красота. А елку не руби, это елка некрасива. А вон та, смотри, как пушисто, просто диво. Молодец. Так, получай подарок. Значит, это от Роскосмоса. Да, рюкзачок такой, для обуви мешочек. Да. И набор первоклассника. Компания Роскосмос, ты не... Юрий Алексеевич Гагарин, знаешь такого? Он первый человек, который полетел в космос. Так вот, компания Роскосмос передает вам вот эти подарки. Мы хотим сказать огромное спасибо сотрудникам компании Роскосмос за то, что они дарят маленькие подарочки и большую радость деткам. Спасибо. Получи, пожалуйста. Держи. Сейчас. Готов? Так, подожди, дай я сейчас подберусь. Так, поехали. Еще когда от неба нас светит, тогда гремел салют на край. Солдаты. Нормально, давай. Благодарили вы планете, великий май, победа май. Еще тогда от неба нас светит, когда военные буря огневой, лучшая и лучшая. Красавец, молодец, дай пять. Здорово. Молодец. Подарок от компании. Видишь логотип? Вот логотип. Это вот запоминайте, логотип компании Роскосмос, который у меня на кепке. И почитайте, может быть, преподаватели вам на одном из истории обществоведения расскажут за компанию Роскосмос. Вы знали компанию, которая вам... Держи. Андрюшка, что сказать нам еще? Спасибо. Так, рассказывай, что ты нам расскажешь. Дед Мороз, всем подарочки принес, игрушки, конфеты, ёлка, он выходит летом. Классно, как зовут? Серёга. Серёга, красавчик. Что я могу тебе сказать? Компания Роскосмос передала тебе подарки. Значит, еще раз всем огромное спасибо. Тебе подарочек. Держи, есть. Так, Андрюх, опять. Еще за всех можно отрабатывать сегодня. Кто еще знает, какой стишок? Так, кто не получил подарки, проходим. Как зовут красавица? Настя. Проходи, рассказывай. Дед Мороз прислал нам елку, а коньки на ней стишок. И блестят на ней иголки, а на веточках снежок. Красавица. Так, подарки получаем. Практически можно сказать, от Деда Мороза уже скоро будет Новый год, но это к сентябрю. Держи. Рюкзачок, мешочек. Так, детки, кто, будем же как дедушка врага, кто еще стишочек не рассказал? Кто еще? Все, больше никто не хочет подарки. Я не знаю. Ну, молодец, получай подарок. За честность. Подходим. Давай. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Так, я долго ждал, что ты подойдешь и расскажешь. Я не знаю стиха. Не знаешь? Ну расскажи какую-то маленькую такую историю. Где ты живешь, в каком городе? А что ты знаешь за город? Почему город назвали антрацит? Потому что антрацит. Отлично, пожалуйста, подходим, получаем портфельчик, давайте. Пожалуйста. Нет, вы заработали, это ваше. Спасибо большое. Подождите, еще тут от Дедушки Мороза, от Роскосмоса вам набор первоклассника. Все, вы большая молодец. Спасибо большое. Ура! Это вам. Так, есть. Дальше, кто у нас еще? Я хочу, а что у нас? Так, а ну рассказывай, что ты расскажешь. Давай про Андрюсю. Давай. Я думал на Андрюсите, а меня поймут на новое Андрюсе, потому что там много продажи рубля. Красавчик, молодец. Ты подарки получил? Да. Хорошо, значит, давай, мы еще вручим, ты передашь сразу своему, другу товарищу, за которого ты рассказал стишок. Кто не хочет рассказывать стишок, а? Или кто-то еще знает?
часть самых огромных. А ты ей помнишь, да? Ты что-то знаешь. Ты что-то знаешь, да? Душа на высокий берег так крутой, приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой, приходила, песню заводила, про степного визового орла, про того, которого любила. Того, чьи письма. Молодцы. Так, вручай другу своему. Уже давай, Вайка. Так, Вайка, держи. И портфель такой. Ну, ты уже получил? Ты с ним пел. Ты тоже пел, видел. Пел, красавчик. Да, кто еще не получил подарки? Ручка. Пел, он уже пел. Я получил. Точно пел? Пел, вы меня, я слышала. Да, ну, пел. У тебя есть? Да. Я ручкой сделала. Держи. Так, все получили подарки? Да. Отлично. Спасибо сотрудникам компании «Роскосмос». Огромное спасибо, дорогие друзья, за ту поддержку, которую вы оказываете этим маленьким деткам, у которых большое будущее. Благодаря вам и вашей поддержке. От всей души хотим поблагодарить компанию «Роскосмос», всех сотрудников, кто приложил усилия по сбору и по закупке этих ценных подарков, бесподобных подарков. Вот, да, ребята? Да. И спасибо огромное нашим добрым друзьям, давним друзьям. Вот. Ну, и надеемся, что это не последняя наша встреча. Потому что от всей души огромное спасибо, большое-большое. Спасибо. Да? А давайте покажем, какие подарки. Все, молодцы. Мы очень рады. Уже детки проснутся, угу. И вы уже остальное конечно. Все раздадите. Детки, вам счастья в жизни, удачи, мира. И чтобы у вас все было хорошо. И чтобы вы очень хорошо учились с такими портфелями, с такими подарками. Как можно хорошо учиться? А потом работать. Как вы учиться будете, скажите? Да. Ну, как хорошо. А на 5 это как? Отлично. Вот. А космонавтом кто-то хочет стать? Я. Вот. Научиться отлично, и все шансы есть. Через Дедушку Мороза. Детки, вам пока-пока. Огромное сотрудникам, кто приложил усилия, кто-то отправил. Мы все доставили, как видите, немало радости деткам принесло. Главное, это очень большая польза. Потому что детки не будут нуждаться в первом необходимом для того, чтобы заниматься, развиваться на благо Отечества. Спасибо большое. Здоровья вам, благополучия и мирного неба вам над головой. Спасибо. Внести поклон вам, ребят. Спасибо. Работаем. Подарки от Роскосмос. Просто супер!